Пешеходный мост в Бендерах уже открыт, но работы по благоустройству еще продолжаются. Мы выяснили, какие работы еще предстоит сделать. Вы все видите, что часть моста только сделана, и сходни в сторону Бендерского восстания заменены полностью. Поэтому сейчас на сегодняшний день рассматривается вопрос о продолжении ремонтных работ всей оставшейся части пешеходного моста, которая не попала в перечень ремонтных работ. Это покрытие верхней части путепровода, окраска перил и ремонт спуска на улицу Дюповскую. До конца недели планируют сделать освещение. Это позволит комфортно и безопасно передвигаться по мосту в ночное время. Мост достаточно старый, достаточно сложный. Удалось его спасти, реанимировать. Закрыт он специальными составами. Краска называется «Панцирь» для защиты бетонных конструкций от атмосферных осадков, для того, чтобы продлить срок службы его еще на много лет. Поэтому все работы выполняются согласно документации под техническим надзором Министерства экономического развития. Срок окончания всех работ намечен на 30 апреля, но для удобства жителей путь по мосту открыли раньше. Такое решение принято главой города.